Всем привет, Москва, Красная площадь, отличная погода, собор Василия Блаженного. Привет. Привет. Ну вот, в мавзолей мы уже сходили. Здорово. Два раза Олеся зашла. Сначала со мной. Не, сначала с мамой, потом со мной. Нельзя рюкзаки проносить никакие. Не пустили нас всех. Минин и Пожарский. Ну, пойдемте, пройдем. Вот здесь туалет находится. Вот главные ворота Кремля. С левой стороны туалет. Не все знают, но мы нашли сейчас. И с той стороны, откуда очередь идет, мавзолей. Народу много, мавзолей стояли. Ну, на выходные еще больше. До часу работает. С 10 до часу. Ну, погода сегодня бесподобная вообще. 14 июня. Это лобное место. Говорили, что здесь казни были, но на самом деле, наоборот, здесь они оглашали как бы приговоры. Здесь не казнили, казнили в другом месте. Красивый собор, конечно. Туалет около Спасской башни. Вообще солидно все сделано под землей. Катя. Вот так вот выходишь. Бесплатно, круглосуточно работает. Бесплатный общественный туалет. Круглосуточно. И выходите сразу сюда. Вот. Собор. Кремль. Спасская башня. Мы сейчас пройдем в Александровский сад к Вечному огню, посмотрим. Здесь сегодня хорошо прям. Река? А, ну да, Москва-река. Да. Не пройдем туда? Да можно и туда, и сюда. Пойдемте сходим на этот Александровский сад. Пройдем уже, посмотрим, как там. Идем сюда можно. Где-то музей зоологический, он там ниже, помню. Вот людей сколько снимают, видишь. Интересно. Не, я хочу кушать. Я не жвачку хочу. Надо искать где-то перекусить. Сейчас найдем что-нибудь. Смотри, давай послушаем постоянно. Пойдем. Люди сидят прям на брусчатке. На Красной площади. Садитесь. Потом не приведем. Вот здесь вот, садитесь. Представляешь, здесь вот. Парады проходят. Давай.
Молодцы, уселись. Ты сам присядь. Мне тоже присядь? Иностранцев много, смотри. Ну вот. Мечта сбылась, да? Но я-то был не один раз, а Наташа первый раз в Москве. Все, очередь закончилась или еще идут люди? А там очередь. Мавзолей до часа. А, 20 минут осталось. 20 минут и барабанит. Закроется мавзолей. А, я думаю, часы барабанят. И часы будут, да, куранты. А я слышала, 12 раз барабанят. Угу. 12 ровно. Много раз видели по телевизору, а теперь вот на самом деле. Умничка. Да, вот знаешь, здесь вот шли. Идут. 41-й год. Представляешь, парад. Ну, здесь вот трибуна. Здесь все были наши генеральные секретари. И Горбачев. И все они тут. До него. Брежнев. Мы возле Брежнева сняли. Да. Ой, ну хватит уже так говорить. Ну на самом деле, слушай, плохое время было в советское. Прекрасно. Мы на самолете летали. Туда обратно вообще даже не. Ну, сейчас-то тоже можно найти билеты. Экскурсии, вот проходят экскурсии, прям подходишь, рядышком стоишь и слушаешь, он смотри, как интересно. Кого? Найдем. Сейчас найдем, уже все кушать хотят. Хотим сходить в Александровский сад пройти. Осталось 10 минут до закрытия. Ну, очередь. Люди уже там не стоят, не занимают. Очередь была большая, длиннющая. Еще надеются пройти здесь. Мавзолей. Мы ехали, переживали, что будет прохладно. Взяли, но ничего, много вещей не взяли. Нормально сегодня прям. А завтра еще теплее обещают. Представляешь, завтра еще теплее. Ну здорово, здорово. А уезжали, думали, что мы билеты брали за полтора месяца. И я смотрю, дожди, 5 дней подряд, так расстроились. Ну, подошло время, все изменилось. Сейчас вообще дождей нету. На неделю чисто. Хорошо будет. Ну вот люди. Это еще была очередь аж оттуда. Снизу самого. Александровский сад. Вечный огонь. Людей много стоит тут. Да, караул. Вот это памятник. Как он называется? Неизвестному солдату. Сорок первый, 45-й павший, смотри. Да, в час, наверное, караул меняется. Куранты будут в час.
Люди ждут. Вот подойди. Посмотри поближе. Подойди. Мы подходили раньше, не помню, туда вроде ближе, или так и было раньше, нельзя было ближе, наверное, да, так и было, туда нельзя. А тут или, например, всегда так ходит? Люди собрались, да. Ждут смены караула. Он идет в караул. Бабушка. Угу. Да, на стене поближе каждый час. Они потом так идут? Они со ступенек спустились? Они со ступенек спустились. Это вопрос. Закрывается вроде ночью, я не знаю. Хотя у них есть, видишь? Но, может, постоянно они здесь? Ну вот, людей сколько посмотрели. Как старше? Смотри, какие парни загорелые. В Сочи, наверное, приехал. Ты куда еще? Ну пойдем, посмотрим. На лавочку сядем сейчас. А лавочек нету. Тут вот такие лавочки. Смотри. О, ребенок попал. Там Москва, река внизу, да, получается? Ну ладно, давайте почитаем сейчас, куда нам. Гуляем. Покушать. Ну, присаживаемся. Здесь вот такие лавочки. Красиво сделано.
Это лавочки даже? Да не, ну не лавочки, это как перила. Ну люди сидят на них. Одну согнули, вон гнутая, смотри, вообще. Все, сейчас будем искать, где перекусить. Пойдем сейчас, сейчас в ГУМ. Сейчас до памятника дойдем? В ГУМ пойдем. Не пойдем. Вон памятник. Не пойдем. Пойдем. Караул отсюда выходит, видно? А? Караул отсюда выходит? Не, ну здесь просто арка, навряд ли. А откуда они выходили, это интересно. А? Интересно, откуда они шли? Города воинской славы, города герои. Города герои. Севастополь, смотрите тут. Ленинград, Минск, Киев, Ленинград. Почему наших нет? Бабушка, они двигаются. Жуков, да? Маршал Жуков. Памятник сделал такой, да? Да, немецкий орел, лошадь, копытом на нем. Смотри. Благодаря ему много очень, считаю, победа. Благодаря ему, да? Маршал какой. Таким людям благодарны мы за победу. Нулевой километр. Давай. Ну что вы стоите? Что вы сами хлопаете? Это Москвы, да? Если отсчитывают с километрами. Не знаю. Отсюда и отсчитывается. Это не середина Земли, это не очередная. Километр. Российской Федерации. Автодорог Российской Федерации. Пошли. В столовую. Не, не дойдем до столовой никак. Нет.
Иверская часовня. Иверская часовня. Смотри, какой центр. Обалдеть, да? Ну надо. Что, покормить ее уже? Я уже думал туда сходить. Купить ей вот эту ерунду. Жить она успокоится. Конечно, ребенок кушать хочет. Камера хранения. Мы еще за сумкой нам ехать. На Казанском вокзале сумка у нас осталась. В камере хранения. Да. А это Никольская улица, да, называется? Это вечером красиво здесь. Пойдем. ГУМ. Обалдеть. Ничего так. Конечно, старый. Старый. Вон фонтанчик красивый внизу какой. А как они снизу оказались внизу? Мы тоже хотим вниз. Мороженое. Главный магазин на Красной площади. Сюда нельзя. Это то же самое, с обычным мороженым. Да. Столовая 57, ГУМ. Пойдем сейчас в столовую. Жарко парит, прям крыша, солнце проходит, но дышать нечем, душновато. Thank you.
Скворец, обалдеть. Скворец? Именно. Такой скворец? Да, какой, вон. Ручной? Да, не, не. Выпрашивает что-то. Это ж надо. Вот они, скворцы. Не боятся. Там смена караула. Красиво только переливает. Спорцы удивляют. Я думаю, парки дай кусочек положи. Хлебушек, где кусочек? Хлебушек, положи, положи, сюда, сюда, положи, сюда, положи. Хорошего дня, ребята. Спасибо. Нормально. Ленин со Сталиным пошли. Ну так, хорошего дня пожелаю. Прогуливаюсь, зря. Ленин со Сталиным, так сидишь около Красной площади, раз, да. Кушаешь, нормально. Восстали. Вы не хотели идти сюда. Скворцы, скворцы интересные. Ты там все вам боишься сесть. Он тебя ругает. Я на них истратил пленки. Держи, держи. Смотри. Наглые скворцы, такого не видел еще, прям ручные. С рук берут, из рук берут прям. Ну ладно, ладно, скармливай, слушай. Давай, пошли уже. Поймал? Поймал.
На. Держи. Сейчас станет. Смотри. Я государственное думал. Улыбаемся. Едем. Надо вон высоту показать. Какая высота. Спускаемся под землю. Глубоко. Красиво, да? МЦД-2, видишь? МЦД. Вот это. Говоришь? А? А, да, кольцевая. Да. По земле были. Шли наверх, шли, еще достаточно сколько до сих пор, да? Обалдеть. Что здесь сидит? А? Все как крошки перекопали. Ну сейчас более-менее. Ты что, первый раз я иду? Да, первый раз. Через неделю будешь тут уже бегать вот так вот. Вот так вот? Да. Пропустите, говорите. А ты же копали, сколько копали. Копали, да, долго. Копали. Во время войны люди спасались с бомбоубежища. Представляешь? Метро.
бабочки такие. Собачка, собачка. Собачка не боится, молчит, едет. Смотрит на людей. Да ты прям боишься. Собачка в метро поехала. Мне нравится, что здесь такой ветер прохладный. А, так воздух. Всегда. Я здесь. Думала, тут будет, здесь мне воздуха не хватит. Так это хорошо, что свежесть. Что не душно. Здесь вентиляция конкретно была. Все хорошо. Я сейчас вперед еще. Даже люстра болтается. Да. Сквозняк такой, что люстра аж болтается. Тяжелая люстра. Да. Что, интересно, да, так красиво. Ну да. Не знаю, место, я ж не знаю. Пригородные поезда. Ярослав, Ленинград. А нам надо. А, ну правильно. А что ты видишь, да? Что? Да она проходит, так. Это ж выход. Оба. В общем, все, ищем свой вокзал. Казанский нам надо и собираем. Казанский. Сумку забираем. Время подошло. Где Казанский? Думаю, сейчас не успеем будет. Ну да, вот здесь где-то, наверное. Казанский вокзал. Или вон там он. Вон. Обалдеть, слушай. Мы как переходили там, да? Да. Да тут вообще, блин, так купить. Ты выйдешь опять? Чего опять не трогать? Это не я же трогаю. Ну там можно пройти. Ну да, мы пешеход. Ну или вообще так. Казанский вокзал, красивый какой. Мы пешеход. Ну да, пойдем. Обратно пойдем туда. Да? Куда? Туда? Ну вон, да. Нам надо на верхнюю сейчас электричку эту. До Подольска. Успели. У нас 4 заканчивается время камеры хранения. Как раз пролетело 6 часов. 6 часов пролетело как. Вокзал красивый. Обалдеть, Казанский вокзал. Взяли свою сумочку. Все. Ну все, поехали. Давай, я это пока. А сумку почему?